Здравствуйте, меня зовут Белла Конопич. Сегодня я продемонстрирую опыт горячий лед. Для этого нам понадобится пищевая соль, стаканчик воды, емкость, ковшик, сода пищевая и уксус. Наливаем в ковшик уксус. Добавляем чуть-чуть соды. Добавили всю соду, теперь тщательно размешиваем. Ставим на огонь и выпариваем излишки воды. Получили насыщенный раствор. Теперь для наглядности переложим его в стеклянную банку. Добавляем полученный раствор теплой кипяченой воды и размешиваем его. Когда кристаллы полностью растворились, жидкость необходимо охладить. Полученный раствор опускаем палочку с солью. Эксперимент удался.